Под контролем каждая мелочь. Заместитель главы администрации городского округа Химки по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Виталий Турчининов провел рейд по Химкам. В этот раз проверяли ремонт подъездов и благоустройство в Новогорске. Вместе с представителями территориальных управлений обсудили с жителями основные проблемы и недочеты. Мне кажется, сквер должен быть сильнее освещен. Вот скажите честно, вы сюда приезжаете временно, вы увидите, что здесь недостаточно здесь освещения. Проблемы решают. Дома в Новогорске вошли в программу установки специальных умных опор. Будет установлена умная опора, которая осветит именно не в сторону дома, а в сторону площадки и парковки, где стоят автомобили, чтобы людям было удобно, естественно, парковать автомобили и идти потом по направлению к дому. Соответственно, в этой программе еще предусмотрена установка специального зарядного устройства для зарядки электромобиля. Такие проверки проходят каждую неделю. По итогам обхода составляют протокол. Там описывают все недочеты, которые необходимо исправить. Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.